Да, слушаю. Меня попросили узнать, это платно или нет, и что это за заведение. У нас тут соседка с ума сходит, у нее уже белочка, наверное. Не, ну если белочка, то вызывайте скорую помощь, мы белочек. Что вызывать? Ну, скорую помощь вызывайте, психбригаду вызывайте, мы белочки не лечим. А, это у вас, то есть это у вас по доброй воле, да? У нас реабилитация, конечно, реабилитация только. А, все, я поняла, ясно. Спасибо, до свидания, извините.